сказал, что такому человеку, как Гави, который унижал и оскорблял его отчим, всегда приходилось подавлять свой гнев. Но встреча спровоцировала срыв. Но тогда почему не сразу? Зачем было ждать 2 недели? Гави там не было. Но на встрече тот сказал моему парню, что чувствует вину за издевательство и хочет все исправить. Ты хороший мальчик. Что такое? Погладить? Погладить? Кс-кс-кс. Вот это я себе выбрал. Тима, ты что делаешь? Тима! Тима! Ну-ка, перестань! Сыру хочешь? А, спрашиваешь. Или котлету? Или котлету. А чего больше? А всего побольше. Побольше сыру и котлет побольше. Что делаешь? И что это? Благодарю вас. Очень приятно. Что такое морда такая, а? Что такое? Там косточки не было. Корова с тобой ногой поделилась. Она сказала, костей нету, ешь ногу. Давай тебе ногу. Давай. На. Тебя ругается? Мама. Потому что ты как себя ведешь? Не мама. Люсь, ну я, конечно, понимаю, что я виновата перед тобой, что я отца твоего отправила на работу. А может, ты посмотришь на меня? За сырничек. За сырничек, да? Благодарю. Пять. Ну давай 5. Нет, 5. Молодец. Дай еще раз 5. Дай. Ну, реже, дай лапу. Так, а вот так мы ждем папу с работы. Да. Кто там пришел? Я позвоню.
детенком все своим обнимает. Что за сладким? С карамельным детенком. Козлы выпал из гнезда, да? Самый хулиган. Хулиганка, девчонка, выползла. Придется вылизывать. Сама напросилась. Сейчас отругает мамка ее и потащит опять в гнездо. Няшка. Ой, тарахтит, тарахтит. Мамуля. Она самая фырчательная. Как тракторенок маленький постоянно тарахтит, когда ее гладят. Няшка. Ты что, ребенка перепутала с игрушкой, что ли, со своей, с рыбкой? С мятной. Ой. Пирожок. Скормила. Малыши 45 дней. Такие вот у них будни. Лёша, пошли. Милка, пошли. Сэм, пошли. Сидеть, Мафи. Мафи, пошли. Джессика, пошли. Жек, пошли. Буля. Буля. Пошли, пошли. Молодец. Мочь показывай. Давай. Ну, давай, ты же можешь. Ну, давай, я в тебя верю. Ну, давай. Ну, давай, прям вот так вот взять, сожрать. И плесни наружу. Давай, как ты умеешь, давай. Голосом давай. Че, все? Это все? И это все? Ну? Ну давай! Ну разозлись! А, ты дуреха, дуреха, ты дуреха, да. Ну что ты мочишь? Ну кто дуреха? Да. Я очень надеялся, Дэнни, что мне не придется вот такие вот видео на съемной квартире записывать. Чего ты смотришь на Мэнни? Ты тоже что-то натворил? Ну, конечно. Если работать, то работать вдвоем. Вдвоем-то и огребать не страшно. Молодцы. A, B, C, D, E, F. G, H, I love you still. And you know I always will. Till the end of time. I won't change my mind.